А вы в курсе, что зарегистрировать брак можно в любом отделе ЗАГС России, вне зависимости от места прописки? Здравствуйте, это программа «В курсе», я Татьяна Говоркова. Здесь мы говорим на темы, которые так или иначе касаются интересов жителей Краснодарского края и, в частности, Сочи. Ну и сегодня речь пойдет об отделе ЗАГС Адлерского района. Ну а все подробности нам расскажет его руководитель Татьяна Валентиновна Нетаева. Здравствуйте. Ну и первый вопрос. Почему все-таки в Сочи у нас не одно отделение ЗАГС, а несколько? И расскажите об функциональных особенностях именно Адлерского района отдела ЗАГС. Город Сочи – многотысячный город, поэтому одного органа ЗАГС в городе недостаточно. В каждом районе города Сочи работает свой орган ЗАГС. Это Центрального района, Лазаревского, Дагомыс, Хостинского района и Адлерского района. Очень часто у людей складывается мнение, что в органах ЗАГС бывает только музыка, цветы, регистрации браков. Но это далеко не так. В органе ЗАГС решаются очень многие жизненно важные юридические вопросы. То есть родился человек, родители пришли в орган ЗАГС, присвоили его имя, фамилию и получили его первый в жизни государственный документ. Регистрация брака тоже позволяет гражданам зарегистрироваться в органах ЗАГС и получить государственный юридический документ. На протяжении жизни возникают разные вопросы. Это усыновление, перемены фамилии, установление отцовства, выдача повторных документов, справок, всевозможные запросы юридических органов. Но также и печальные вопросы мы решаем. Регистрация смерти, расторжение брака. В Адлерском ЗАГСе города Сочи это своеобразный город, потому что в нашем районе построены многие олимпийские объекты. Со всех концов страны, даже ближнего и дальнего зарубежья, работают граждане, которые непосредственно обращаются в орган ЗАГС для регистрации важных вопросов жизненных. Ну, губернатор края не раз подчеркивал, что цифровизация должна прийти в каждую отрасль. Пришла ли она все-таки в отделы ЗАГС? Да, конечно. С 1 октября 2018 года работает единая государственная программа ЕГР, которая позволяет в едином реестре российском все записи акта регистрировать. То есть это делается для удобства граждан, чтобы получить документ в любой точке Российской Федерации, независимо, где составлена актовая запись. Также органы ЗАГС взаимодействуют с многими органами. Это Управление Федеральной миграционной службы, Управление социальной защиты, пенсионные отделы, органы МВД, прокуратуры, следственные органы, органы суда, потому что эти органы делают непосредственные запросы, потому что архивы с рождения до смерти на любого гражданина в данном районе мы можем дать сведения, необходимые для работы. Но это, наверное, упрощает работу вашу тоже, не только ваших клиентов. Конечно, в скорости весь архив, который до 2018 года составлен в бумажном носителе, непосредственно будет передаваться в единый реестр, и тогда нам отпадет работа с запросами. То есть будут подключены межведомственные органы, которые сами могут входить в программу и брать необходимые сведения. А сколько примерно в год у вас накапливается так запросов, ну, на бракосочетание там, или получение справки на любые вот цели? У нас статистика по актовым записям отдельно ведется. В нашем отделе за год более 6 тысяч записей составляется. Ну и около 7-8 запросов межведомственных органов. То есть огромная работа ведется, в коллективе 5 специалистов работают. А кто контролирует вашу работу, расскажите? Ну, у нас в крае, в Краснодарском, управление ЗАГС Краснодарского края, которое непосредственно курирует все наши вопросы, правовые, юридические отделы, в общем-то, полное взаимодействие, помощь
непосредственно, и отчетность тоже мы отчитываемся перед управлением ЗАГС. Но один из положительных моментов можно назвать вообще здание, в принципе, Адлерского отдела, да, ЗАГСа. Оно уникальное по своей какой-то, так скажем, архитектурной такой композиции, с вот этой красивой лестницей. Расскажите, когда было построено это здание и нужен ли ремонт, в принципе? В 90-м году это здание было предоставлено помещение для отдела ЗАГС. В 2013 году производился капитальный ремонт с полной реконструкцией. То есть зал мы перенесли в более светлое помещение. Ну, это было сделано к открытию Олимпиады. Отремонтирована лестница, застеклена огромная веранда. В общем-то, в настоящее время орган ЗАГС поддерживает чистоту, поддерживает помещение. Были проблемы с крышей, но я думаю, администрация нам поможет. Протечка крыши в некоторых местах была. Я думаю, администрация нам поможет в этом году решить эту проблему. Нужно ли иметь какое-то специальное образование, чтобы работать в отделе ЗАГС? Или, может быть, у вас проходят какие-то курсы повышения квалификации, какое-то обучение для сотрудников? Нет, ну непосредственно мы являемся государственными гражданскими служащими. У каждого присвоен своя должность, своя специализация, поэтому у нас необходимо юридическое, экономическое образование, правовое. У каждого специалиста высшее образование по требованию государственной службы для присвоения классного чина. Для повышения классного чина у нас экзамены проводят в управлении ЗАГС Краснодарского края, квалификационные для повышения классного чина государственное служащее. Периодически проходит там раз в 5 лет, нас приглашают в Кубанском университете, мы повышение курсы тоже нам проводят. Многие считают, что работа ведущего церемонии бракосочетания, она такая легкая, простая, это такие вот прям, ну, феи бракосочетания, да, скрепление уз. Насколько она действительно простая или все-таки есть какие-то сложности в этой работе? Да, непосредственно на регистрацию брака – это праздник. Какое бы настроение ни было у специалиста, нужно всегда выходить с улыбкой, дарить людям радость. Каждой паре индивидуально нужно подходить, потому что пары иногда заходят, у них горят глаза, светятся от счастья. И нужно подобрать те слова, те такие приятные, как бы осветить, чтобы это событие, чтобы эта пара прочувствовала, пронесла этот праздник и в душе оставила и в памяти на всю долгую жизнь. Но непосредственно помимо праздников, как я уже ранее говорила, граждане обращаются по всем вопросам. Допустим, регистрация рождения дает возможность получения свидетельства и справки на пособие. То есть родители могут обратиться по месту работы для выплаты единовременных пособий. Если родители не работают, то управление соцзащиты этим занимается. В наследство вступают граждане, подтверждают родство, приходят за повторными документами, справками. Захоронение тоже такой серьезный вопрос. Родственники приходят в плачевном состоянии, в расстроенном. То есть специалист должен не только выдать документ, но как-то посочувствовать и, в общем-то, перестроиться в работе и какие-то советы дать, куда нужно обратиться после с документом, то есть на кладбище, либо для получения пособия на захоронение. Вот, так что в органах ЗАГС присутствуют и положительные, и отрицательные моменты. Вот еще интересный вопрос по поводу одежды жениха и невесты. У нас в основном традиция, да, это белое платье и красивый черный костюм. А что вот на вашем опыте было необычного в гардеробе у... Ну, как бы требования сейчас каждой паре мы не можем предъявлять. Каждая пара индивидуально оформляет свой праздник в одном стиле. Конечно, красиво бывает, когда, допустим, у невесты красный пояс на белом платье, у жениха красные розы на пиджаке. И в красном стиле подруги одеты в платье одинакового цвета. Это тоже как-то гармонично и красиво украшает праздник.
Ну, как бы в связи с тем, что у нас вот Олимпийский, скажем, молодой такой район, на регистрации брака меня поразило, что жених, невеста и гости пришли все в белых одинаковых футболках с логотипами. Вот это было необычно. В старинном стиле приходят невесты в шляпках соломенных, допустим, в старорусском стиле, в сарафанах, расшитых красивым кружевом, вышивкой. Вот такие пары интересные бывают. А выездные регистрации вы проводите или это уже не касается сотрудников отдела ЗАГСа? Согласно законодательству, мы можем регистрировать браки только в органах ЗАГС. Мы можем выехать только к лежачим больным. И то там собираются ряд документов, что позволяет зарегистрировать на дому. Выездные регистрации, как правило, заказывают работникам культуры. Но документы государственные получают пары только в стенах органов ЗАГС. Ну вот вернемся, кстати, к прошлому вопросу. Да? Если невесты наши могут выбирать себе наряд любой по вкусу и своему желанию, у вас же есть какая-то вот, наверное, установка, как выглядеть? И это тоже довольно-таки сложный, наверное, момент, да? Ну, как правило, мы должны все-таки, как государственные служащие, дресс-код иметь свой, в общем-то, строго, без излишних там ярких каких-то вещей. Ну, достаточно строго, классически, скажем так. То есть это касается всех сотрудников или только тех, кто ведет церемонию бракосочетания? Ну, на обряды бракосочетания более немножко нарядно, а так требования ко всем сотрудникам одинаковые, чтобы и во время приема граждан, соответственно, дресс-коду соответствовали специалисты. Можете рассказать, может быть, об изменениях в статистике вот за последние годы по рождаемости, по бракосочетанию? Есть ли какие-то скачки? Вот у нас бывают бумы, да, по бракам или по рождаемости? Ну, бумы, я не могу сказать, что бумы, но статистика такова в связи с тем, что много олимпийских объектов выстроено в Адлерском районе. Многие молодые люди со всех регионов приезжают, у нас обслуживают спортивные объекты, гостиницы, вот «Роза Хутор», «Горки город», олимпийские объекты. В связи с этим у нас хорошие показатели. То есть у нас регистрации брака в два раза превышают разводы. Регистрация рождения очень сейчас повысилась. У нас тоже практически в два раза превышают смерти. То есть по нашему отделу у нас очень хорошие показатели. Стремятся ли сейчас родители давать необычные имена малышам? И есть ли вообще тенденция возвращения к забытым именам? Да, в настоящее время пользуются популярностью стародревние имена, как Мирослава, Богдан, Пелагея, Ратмир, Радомир, Святослав, Тимофей, Василиса, Стефан. Но также есть такие еще редкие интересные имена, как Ева, Филон, Дарина, Марк, Каталея, Лиуза, Мира. Вот такие интересные имена. Вот за последний год, за 19-й год я сделала выбор. А вот интересно, вы когда заполняете свидетельство о рождении, вы спрашиваете у родителей, на чем они вообще основывались, давая такие имена интересные детям? Ну, некоторые приходят вообще, не знают, как назвать ребенка. У нас есть справочники имен. Родители долго листают, выбирают. Кто-то основывается на каких-то либо церковных праздниках, придерживаются, какие имена в эти дни, в общем-то, популярны. Ну, многие родители уже, будучи еще не родившимся ребенка, согласовывают имя. По-разному бывает. А вот интересно, по последним данным, кого чаще регистрируете, мальчиков или девочек? Ну, на сегодняшний день, по статистике, у нас мальчиков рождается больше, где-то на 15%, чем девочек. Это статистика по нашему отделу за 2019 год. Татьяна Васильевна, расскажите еще, пожалуйста, о реализации государственной политики в области семейного права. Ну, в нашем отделе проводятся торжественные церемонии рождения по желанию родителей. Как бы раньше назывался обряд именоречения, но мы называем торжественная регистрация рождения. Когда приходят родители с малышами, иногда с крестными родителями, вручается свидетельство –
поздравляем родителей. Родители делают семейное фото на память, потому что это большой праздник в каждой семье, я думаю. Также проводим юбилей супружеской жизни. К нам обращаются многие пары, которые прожили много лет. И в свое время по молодости не было свадьбы, не было праздников, жизнь была трудная, скажем так. Поэтому юбиляры хотят собрать всю семью, внуков, детей. В этом году мы провели, вернее, в 2019 году мы провели 5 юбилеев золотых супружеской жизни, 3 юбилея серебряных. Но бывают юбилеи и розовые, и рубиновые, и бриллиантовые. Мы с радостью встречаем эти семейные пары, потому что они являются образцом подражание для сегодняшнего, нынешнего молодого поколения. Также мы привлекаем и приглашаем на эти юбилеи депутатов городского собрания города Сочи. Активно участвует у нас Селюкова Анжела Альбертовна, Жукова Элеонора Валерьевна, которые приходят, дарят подарки, цветы, внимание уделяют юбилярам. А как вообще заказать такую церемонию? Можно также онлайн обратиться или нужно обязательно прийти в отдел ЗАГС? Ну, онлайн у нас в практике пока не было. Желательно переговорить глаза в глаза, узнать, где познакомилась пара, где они проживали, где трудились. То есть каждый паре индивидуально готовим сценарий, какие-то моменты из их личной жизни приятные, чтобы прозвучали на этом празднике. А можно ли зарегистрировать брак или развод не по месту прописки или вообще даже не имея прописки? Регистрация брака на территории Российской Федерации. Граждане могут обращаться в любой орган ЗАГС России, независимо от регистрации жительства. И даже вообще без регистрации места жительства. Главное иметь желание и документ, удостоверяющий личность. Ну, спасибо вам большое за беседу. Это была программа «В курсе». Будьте в курсе всех событий, которыми живет наш регион. Всего вам доброго.